Медиагруппа «Авангард» представляет. Меня зовут Бабаев Денис, я работаю во Всероссийском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций, занимаю должность начальника отдела нормативно-технического обеспечения кибербезопасности. Собственно, это как бы и должность определяет род занятий мой. Это научно-техническая поддержка эксплуатирующей организации по вопросам обеспечения кибербезопасности. На сегодняшней конференции я представляю доклад «Опыт проведения аудитов кибербезопасности СУТП действующих АЭС». Он показывает огромную работу, которую проделал институт в прошлом году по, собственно, аудитам СУТП действующих АЭС. Было проверено 4 станции, 18 энергоблоков, достаточно сжатые сроки. И, собственно, тот опыт, который, те материалы, которые мы использовали при подготовке и проведении этих работ, я сегодня представлю в докладе. В 2019 году произошел инцидент в информационной инфраструктуре АЭС Кудан-Кулам, Индия. Вот, после чего, конечно, были приняты соответствующие компенсирующие мероприятия как и в IT-инфраструктуре, так и в инфраструктуре управляющих систем АЭС. Той модели, которой жизненного цикла компьютерной атаки, несмотря на то, что была атакована инфраструктура, IT-инфраструктура, да, этот инцидент может свидетельствовать о первом этапе подготовки как целевой компьютерной атаки на предприятие. Я бы не сказал, что негативно, наоборот, это послужило, допустим, на мой взгляд, неким толчком, да, к повышению защищенности, в том числе как существующей инфраструктуры, так и удаленных рабочих мест. Если посмотреть на рынок, то сразу появились новые предложения по защищенным каналам связи и организации защищенных удаленных мест. Мир изменился, да, и уже никто не считает, что можно безнаказанно отсылать письма на личную почту, да, там, пересылать защищенную информацию по незащищенным каналам, то удаленная работа должна послужить именно толчком к развитию направления кибербезопасности.